Замена видеокарты. Открываем системный блок. Снимаем крышку. Ищем видеокарту. Видеокарта. Она подключена к материнской плате. В нее входит вход для монитора. Вот он, вход для монитора. Вот она тут одна единственная стоит, поэтому ее легко найти. Откручиваем ее от корпуса. Тут вот такой есть рычажок. На себя тянем и вытаскиваем ее из слота. Она обычно туго выходит. Плотно входит и туго выходит. Аккуратнее, конечно, да я тут так. Вот такая видеокарта. Значит, как определить, что она сгорела? Ну, во-первых, черный экран. Потом иногда бывает, она как бы вот включаешь компьютер, через какое-то время она как бы нагревается, вот, и компьютер вырубается. Иногда бывают зеленые полосы такие, проскакивают через монитор. Вот тогда она сгорела. Идем в компьютерный магазин и покупаем другую. Ну, еще можно поглядеть, что когда включаешь ее, вот этот радиатор, он очень сильно нагревается. Там буквально плюешь, и она как от утюга шипит. Вот. Покупаем аналогичную видеокарту, но там посовременнее, получше. И вставляем ее на второе место. Думаю, проблем с этим не возникнет. Вот. Вот цена вашего гнезда. И закручиваем, прикручиваем ее к корпусу. Тоже все довольно просто и понятно. Вот такая нехитрая замена. Всего доброго, подписываемся на канал.